день, дорогие друзья, это Metro Last Light Redux, прохождение на Ranger Hardcore. Погнали. Выживание выберем. Ranger Hardcore. Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Что такое? Черт! 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 Да что же это твое... Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый проходить. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку. На хорошую концовку, в общем, будем привыкнуть не могу. Странное место этот Д6. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д6 нашла. Да, сразу жетон дали. А я вот в новобранцах 2 года гонял, пока меня в Орден приняли. Так о чем мы там? Говорят, еще при Сталине строить начали. Строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, послушаем, что война будет. Разговор. Готовились. Это народ в светлое будущее верил, а начальство в конец света. И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояло. Ничего, нам больше достанется. Тут одного оружия.
А лекарства? Да с этим богатством еще лет 100 под землей торчать можно. Не знаю. Я вот не могу никак привыкнуть. Реактор заработал, свет есть, тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Да ладно тебе. Считай это подарок нам от предков. Глядишь, с ним и не загнемся. Просидим еще лет 100 под землей, а там и на поверхности жить можно станет. Не, мужики, не знаю, как вы, а я на поверхности каждый раз, как в последний. Слышал, что с группой Романова случилось. С Романовым? А с ним-то что могло стрясти? Он же в лазарете валяется. С того самого похода в Великую библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болото. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Лосторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Рейнджер, надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шоу не слышишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Положить оружие. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в деле. Разрезай. Положить оружие. Проверка мишени. Омерзительно. Вы что, специально? Будете у меня до посинения тренироваться. На эскортную! Заряжай! Огонь! Так, ну возьмем калаш. О, отличный выбор! Калаш – лучший друг рейнджера. Разрезай! Прицел поставим коллиматором. Глушак. Проверка мишени. Так, дальше. Поздравляю! Отвратительно! Позорище! Если всерьез стрелять понадобится, я лучше на точей наберу. Вам оружие дам. Лучше дробовика в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Бестолку это. Огонь! Удачи! Заходи еще! Блячи! Проверка мишени! Это просто праздник какой-то! Что ты...
гонять буду, пока все десятки мне закрытыми глазами ставить не начнете. На исходную! Заряжай! Слышали сегодня приказ? Полковник говорит, что это продолжаем, дорогие друзья. Надо слушать диалоги, я читал, чтобы хорошая концовка была. И супероружие, и черти что. А еще брешут, что мы нашли сверхмощную радиостанцию и установили связь с бункерами в Сибири. И будто правительство и президент все еще живы. Бред полный. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков, будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же от него может. Не может. Он вообще не был в конце. Я говорю тебе, это не кажется таким безопасным. Может, это и не будет такое. А что? Не знаю. Но двери эти заперты, видать, неспроста. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати. Наши посты засекли сразу 3 разведгруппы рейха. На поверхности. Их там отродясь столько не было. 3 группы? Где? 2, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, вход ищут. Черт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знает о фашиста. Но все же, если они путь узнают, думаешь, орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государством. Мы же все метро оберегаем, все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и 3-я группа фашистов, помнишь? У ВДНХ ее видели, наверху. У нас там был внешний дозор, колено и скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, Каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпели. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот 3 дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? Мельник запретил покидать обследованные зоны. Вчера разведгруппа пропала в одном из боковых туннелей. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываю. Ладно, пошли. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых. И богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и Макир во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Охуенная атмосфера в игре. Обожаю просто метро, пиздец. Я уже, хуйня, 3-й раз прохожу в Last Light. Вот дерьмо!
Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Пиздатая атмосфера вообще. Да, взять-то мы D6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе не мечтать. Блять, прошу прощения, я не монтирую ролики, так как мне это впадло. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был, они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то? Да кто их знает? Чё они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это они входы ищут. К нам сюда. Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Продолжаем. Они сами тебя поделят, брат, на части. А потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, вот, что вот этот надо был слушать разговор. Вот эта белая хуйня, это значит хорошее действие. Я третий раз прохожу, два раза проходил, но, блядь, так хорошую концовку ни разу не получил. Я посчитал, прежде что надо делать. Мельник такое не забывает. Из-под земли достанет всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение, как раньше, до войны еще, летом. Перед грозой душно так становилось, дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне 2 года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу у него. Хорошо бы вернуться. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызываю? Говорят, красную мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзу. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш 5 красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии 1015 народ. Массой задавят. А нас всего-то... Хорошо, если 200 человек наберется. Какая разница, сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца, до последнего, и все. Вот-вот, до последнего. Мельник приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы D6 нашли, помнишь, Мельник говорил? С этим богатством, с этим оружием. Людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Хотя он прям так и сказал. Я вот недавно, вчера прошел 2033 редакс. Нам вроде как всем спасение дается. А мы войну затеваем. Это, брат, не мы. Это все они. Мы-то белые и пушистые. Ага, такие пушистые, аж пулеметные точки на всех входах поставили. А пусть не лезут. На чужой каравай рот не разевай. Бля, тут нет ничего спрятанного. Ладно, хуй с ним. Герман, эти к Мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом.
Без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных — худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный... Продолжаем, блядь, отвлекает один, просто постоянно. Он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку! Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину! Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной. Охуел. Артем, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Что-то этот мужик на себя дохуя берет, по-моему. Так, дневник. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Ты тогда пешком под стол ходила, договориться, родная. С ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Какой что-то спрятано, какие-то ништяки есть. Все, кролик, это место тебя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан
нашел там Черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. А где это сейчас в Москве, блядь, монорельс? Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артем, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Че она несет, бля, какая-то. Ладно, напряжение есть. Открывай вор. Молодец, справился. Давай, давай, быстрее нам. Тут все чисто. Выдвигаемся. Бля, что так можно, реально? Так, по плану впереди вход в коллектор. А, фига, прикольно. Иди вперед, я за тобой. Давай направо, слева тут. Что-то чё, нет никаких ништяков-то. Я буду тут все осматривать. Так, стоп. Отсюда пришли. Я думаю, лучше взять дробовик. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Хуй в пол... Поверхность. Надевай противогаз. На мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Помоги-ка. Блять, я, по-моему, помню Дверь это место, да. Там удобная позиция. Смогу держать больше территории. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Че тут в этих руинах нихуя нету, что ли?
Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черные тебя почти сам выйдет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Прошу прощения. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Итак, дорогие друзья, первая часть прохождения метро Last Light Redux на Hardcore Ranger закончена. Всем спасибо, кто это смотрел. Всем удачи, всем пока.